что вами двигало? Вам было холодно, вы все равно продолжали, как бы. То есть вы понимали, что вы можете заболеть, и, возможно, в дальнейшем ваши какие-то планы, они оборвутся все из-за того, что вы сегодня купались в воде. Ну, что заставило вас рискнуть своим временем? Как ощущения? Супер. Но двигал конечный итог, что это выйдет очень красиво. Это будет какой-то бум. Но я в таком никогда не участвовал, и мне это было интересно. Могло быть лучше? Вот все, что сегодня было, было определенным образом. Были какие-то свои недочеты и так далее. Могло ли быть лучше вообще? Конечно, могло бы. А мне кажется, не могло. Потому что если могло быть лучше, соответственно, сегодня мы плохо отработали, значит. Нет, у нас могло бы быть лучше, если бы вы присутствовали с самого утра с вашим квадрокоптером.